Dios sabe. ¿Ah? Потому что тут вот один гриль и этот, и можно зверину еще, нет? Да? Ну, просто чтобы два одинаковых брать. А это что такое? Это поливки. Поливки? Поливка. Ну, наверное, это не поливка. А она свежа? Лишняя, так, да, свину, она двое купила. Я могу попросить пиво? Светлое, малое. Малое? Дякую вам. Молодец, чао. Выпинач. А в... Йо, мужеш, а в неделе будешь дома? Потому что я в чешском круглове. Вечер, ясно? Так, как будешь дома, так не заволай, то дела мы. Йо, добрый, дати, чао. Ну я вим, ты все муж по четверте. Добрый, домовлено. Не-не-не, мам вылет. Затем чус. Где? Сьяловичи. Пита. Не, это нижний. Ну это ты возьмешь. Давай одну возьмем вот эту грилованную, как в прошлый раз. Нет, это мы грилованные про тебя. Вот, я буду щипать там тоже от тебя что-нибудь, а ты можешь что-нибудь из этого еще возьмешь. Я говорю. Не, сейчас я гадам. Не, ну вот это твое, да? Вот это твое. Ну а еще что-нибудь одно давай. Ну так давай вот это вот криделка, самачку. Вот. Криделка. Ну, самачку с зеленым салатом опечиваем. Ну а это. И будем друг у друга дергать. Ну давай, але я криделка не буду, я их вообще не люблю. Ну ты будешь вот это, вот это, да, вот. Давай, все, хорошо. Все. И значит, я себе еще поливку возьму. Поливку возьму еще. Может, туда еще заводить новый салат? Ну, давай. Михаил. Михаил, занят. Давай, Женька, за чешские рестораны в Круглове. Мы же будем рассказывать. А я знаю, что мы будем тут. Мне здесь нравится. Там не там, где было холодно, а просто, там просто отношения, блин. Да. Ну тут одна. Ну или вывар, или для денной набитки. А какая тут денная набитка? Там нету, для денной. Ну, канчи гуляш с булкой. Вот это то это. А, полипка для денной набитки. А я тогда себе дам наверх. Нет, мы тогда себе дадим. Я дам
себе говяжьи наймани. Да. Два раза. Ну, а тут больше ничего нету. Ну, или поливка под ледянином. Вывар или поливка. Нет, тогда это вывар два раза. Вывар два раза. И гриделка, и вот это. Гриль. И будем салат. Не будем салат, да. Все, а опа, все. Давай. Все. Вырешено. Вот сегодня пятница, твою мать, я забыл. У нас график вторник и пятница. Я забыл. Прекрасно, что ты. Зато я вспомнил. Считаю. До утра. До утра. Да сюда ехал. Ну, мы же говорим одинаково. Он как микрофон. Они сейчас. Я себя не слышу. А ты не надо слышать, его камера записывает. Она записывает. Я себя не слышу. Какая мне разница? А зачем ты себя должна слышать? Потому что я ору. Не ори, ты нормально говоришь. Я не слышу себя, поэтому. У тебя что? Правое ухо. А зато ты телевизор все время выключил. Зато ты все время телевизор. Давай поменяемся, тебе там правый ты не дошли. Ой, хорошо. А ты не знал, что я не слышу на правое ухо? Смогу ли я проверить? А можно я сниму? Они отключены. Твою мать. Нельзя, короче, ладно, давай, снимай. Не получилось. Факир был пьян. Ладно, в следующий раз я сам попробую. Dvakrát vyvážený. Krydelka v tejty. Ano. Mix. Dobře. Děkuji. Taky. На тебя нет. Мы на гору поедем. 800 метров. Давай, рассказывай про это. Что мы тут делаем, не помню. Поливку взяли два раза. Гуляш. Нет, не так. Бульон говяжий. Бульон говяжий. А дальше что? Потом микс какой был? Микс гриллованное такое. Это барбекю. Мясо на гриле. С овощами. С овощами на гриле. Кстати, Светка мне говорила, что вот на таком вот гриле, как он вот этот тифарь наш, она делает овощи. Ну, как вот она слабенькая, я не знаю. А надо включать больше, ты пробовала? Не умничай. Томас. Завтра по баллам позвонится к Балазу. Чё? Будет убирать. Ну, только сразу видит. Сразу нет. Нет, сразу.
Интересно, капли будут капать, сколько у них будет на месяц, по-моему. Земли, да. А фамилия Петра Первого? Романов. Романов. Я отличница. Ой, Google отличник. Какой? Я тебе сразу ответила, потом пошла проверила. Да я же не говорю Google. А ты не знал. Я же не знал. Ты меня типа проверяешь или что-то? Ой, мы уже решали. Что? Рецепция как будет по-русски. Какой рецепт? Рецепшн, как мне по-русски, мы же сидела, ломала. Доброе утро, Александр. Пьяного аппетита. А при чем тут рецепшн по-русски? Потому что ты не вспомнила. И что? Ничего, уже как чешка, тупая. Лучше быть
хочу с тобой чешком. Чем острым русским. У нас дома международные отношения. А так как отношения Чехии с Россией сейчас натянутые, пешочком пойдете домой, пешочком. Пусть по одной комнате. Все, это без проблем. Перед дверью. Короче, ребята, с хлебом в Чехии проблемы. Хлеб они едят. Только утром ничего на него мажут. А вот суп едят так. Смотрят и едят. Хлеб. Вообще, если честно, вот сколько лет я проработала. Сколько лет я проработала в ресторане? Да, 8 лет. Эту тайну надо было не выдавать. Я смотрела, что они едят. И непонятно, то ли они между вот этими главными приемами в пище что-то успевают съесть, или они так не работают, что им этого хватает. Даже мне этого не хватает, потому что они едят. Когда? В обед. Туристы? Чехи. Не знаю, нормальный обед у них. Без хлеба. Медлики. Они хлеб едят только утром. Они хлеб едят только утром. С помазанкой. Свечечку нам зажгли. А мне зажгли. Я же гость, но ты дома. Да, они не знают, что ты русский. Это потому, что ты со мной. Если бы знали, что ты русский, хана тебе картина. Да? Да. За мной танки стоял. Еще скажи Путин. Но выборы всегда вкусные. Всегда. Ладно, будем брать.
стесняешься? Что? Стесняешься? Чек, брат, стесняешься? Я не сомневаюсь, о чем я Thank you.
Я сейчас
Не хватит. Как зарплата не хватит? Ну, на 2000 гривен он живет месяц. Ну, я думаю, что это еды только. Не знаю. Он сказал, что ему хватит. Ну, вот мы сейчас заплатим, но это будет 2000 гривен. Плюс-минус. Ну, поменьше чуть-чуть. Просто я коэффициент 1,3. Ну, понятно, понятно. Ну, не на месяц. Не 2000, поменьше. Но все равно. Еще завтра я сюда приду. И все. Июля 28 дней, когда я лопаю. А у Юры же есть паспорт? Что? У Юры же есть паспорт, например? Какой? На рынке. Ну, сейчас это не проблема. Приехал бы право поснимать на пленку. Откуда-то перец полез, теперь не знаю откуда. Я тебе говорю, что это эти. Вот эти, они называются... Барани что-то. Барани что-то. Да. Ложки. Не знаю. Я просто не знаю, что это. Но я не знаю, что это. Я просто 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 не зна
сама, кребе сближила. Ну, било пару разговора дни, а он даже почила. Я говорю, что мне что нас учили. Как всегда, обидно. Я помню, что долго, а ты не дала. Хочу за него. А могу спросить, что? А могу спросить, да, потому что папа, да, 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 Чудак на ребят. Мне вот это вкусно, эта картошка. Как бы не гранулки, не сильно засушена, а... Светка говорила, если замариновать лучок, а потом обжарить на этом, на гриле, так это вообще. Бомбичнее, чем вчера.
Такой не сильно, да? Какой? Не сильно соленый. А, не знаю, а еще не другой. Да? Все равно, я думаю, если бы мы открыли пирожки, мы бы сказочно обогатились. Они пирожки не знают. Раз вы попробовали, и не понравилось. А там можно и блины рядом. Я... Ты же еще ей посылала, она нам так не жить, ну конечно. Откуда я посылала? Откуда я так нет. Она мне. Шуба у нее норковая. Да. Потому что холодно. В каком-нибудь пуховике, да? Нам мне чем-то надо тоже похвастаться. Говорит. Плю себе еще. Потому что шуба, она мне с такой рожей, да? И под форте. А у меня есть. А я тебе сейчас покажу. Итальянские. Язва. Да у меня же тут на ход я тебе прошу и говорю. Порция 5. Я уже мясо на я вообще уже не варю. И картошку я съем. Ну что ты там все время макаешь? Ты не помнишь, что мы на фитне работали? Вот мы только пришли, как она нас учила, она потом утопинку делала. Рената и... Не-не-не, не чешки. Украинка была, мы которые пришли, она делала утопинку, она еще раствор делала. Собственно, не помнишь? Немножко такая, ну, такая чуть-чуть полноватая. А что
по-русски были Рената, а вторая кто? Мартина, по-моему. Пани Фиалковская. Что это? Фиалковская? Кто тебе деньги дал? Это Ольга, что ли? Ее фамилия Фиалковская? Я не знала, что ее найти. Интересно, оно там есть еще? Серьезно? А? Хай-хай, есть? Да. Я не могу понять, да? Эта работа может кого-нибудь бабить. Девчонки там долго были. Так они работали на себя, чтобы кто не бабил. Если деньги хорошие были, почему нет? Ну да, не голодные. Не голодные, вот именно. Да. Работу знают, значит. Как это у малого? Как же у малой-то было? Михал. Ну, я не помню, Михал и сам. Я был Марат, получил 18 тысяч. Я отработал месяц, получил 10. Так, а я отработал. Там как-то... Как-то деньги рубят. Не знаю, как там деньги считали эти все. Мутное предприятие. Так, да, за местами скажем. А как мы на ночь остались, а потом еще день отработали. Мы отработали день, ночь, но здесь пьяно нахрен было. Ты что? Ничего. Кто-то получил деньги. Помните? 40 палец выходит. Он не 40 палец. Не 40 палец. Айди. Не 40 палец. Чего? Ну, 40. Ну, вот эти, как сосисок. Не 40 палец. Ну, что там, конечно, там было? 40, 40 ящиков. Нет, 40 ящиков. И что? Ну, что ж надо было это? Порезать. Ну, то, это... Мы же с этим утопенцем с ними делали. Я не помню, что надо было с ними делать. Не помню, что я этикетки делал, я этикетки лепил на эти. Ну, утопенцы с ними делали, да, 40 палец. Ну, 40 палец это машина. Их надо было законсервировать? Да. Срок закончил бы. Там должны были толпам прийти. Это почему? Почему же мы на ночь остались? Я, если честно, не помню, почему он ушел. Да, я их лепил. Ты с собой себя лепил? Никак не. Thank you.
Я не помню, да. Я помню, что мы обсуждали, что мы что-то делали, но не помню, что вообще. Мартин, у вас жена, это еще было, тоже осталось. Там еще был, были в этой. Вот они там еще были. В той местности, то вам помню. Нас там уже колбасило не по-детски. Зато я помню, как пришел Мила, и вот этот такой высокий, здоровый. Тот ведущий, что сидел в канцелярии. И как они мои прям бурак свешивали, как брали. Там. Как Мила меня похвалила, так приятно было. Помню, как разлила. Что такое приходит? Хоть ты плевать, что ваша паня сделала. Я такой... Как же это? Я быть не буду, у меня автобус, я иду. Чао. Как его? Пчелка? Нет, не пчелка. Нет, пчелка, пчелка тоже была. Я помню ее даже лицо. Да. А что, мы еще фотовались вместе? Какие фото? Я не знаю, не знаю. А пчелка, точно, там же еще пчелка была. Да, по-чешски вообще, ну так я, которая понимала. И план на нее смотрит, она знает. Да ну ладно. Когда мы с ним 9 часов уезжали. Мы не уезжали. Не, ну где? А бывало так, что мы уезжали где-нибудь. Мы приезжали домой. Да. Мы приезжали домой около 11, и в 4 вставала ты, а я в 5 вставала. За нифига. Мы обычно уезжали все. Но если не успевали, сидели, ждали, обедна. Вот, мне почему-то кажется, что больше 9 уезжали, 10 или 11. Это мы так приезжали домой. Там 9 с копейками ушел. И мы только, когда, если не хватало, так мы тогда гоном, чтобы на 9 часов уехать. Там так тихо, как не получалось их свернуть или разворачивать. А мясо, которое в акваре здесь, оно жирное, эти пакеты жирные, не воркуются. А Леську как фамилия? Я бы ее имя не вспомнил, если бы ты сказала. Я помню, как ты сказал, Сонечка. А что ты сказала тебе? Да. Сонечка, говорю, еще раз скажешь, она мне что-то типа, ой, что ты такое, говорю, это заткнись. Говорю, это я придумала, это мое. Говорю, пускай как хочет на тебя говорить, но если еще раз скажу, Сонечка, ты получишь его. Я не помню. Так смотрела на меня. Ой, я помню, как Манька там был, я не могла понять, что он говорит, люди у вас. А потом для меня начали, что мужчины на нашей Украине, то их не Украина, это наша Украина, мужчины, люди у вас, детей нянчили, ну, а у вас не люди детей нянчили. Я не могу, как говорить, что не могла понять, а потом как-то вот в каком-то предложении он так сказал, что меня зацвакло, что люди это мужчины. Ужас. Манька, помнишь его? Помню. Но я как бы лицо его аж прям так хорошо не помню, но помню его. Ой, а что мы там делали? Мы мясо там резали, типа.
вот пока меня не послали девчонки, меня не забрали на полутовары от этих самых, ну, вырезали мясо. И Ванга потом пришла, здоровый такой, ну здоровый. Ванга Молдова только там работал? Нет, не Ванга Молдова, а Ванга Малой, да, а здоровый еще, они с женой были. Это был Васька. Васька. Да. А Ванька с нами ездил на нас. Да. Поменьше. Mm-hmm. А он не здоровый. Только коренастый. Да. Ну, куда? У нас кто может судить? Да, Галя. Ну, не лапка, как ты кому-то. Да, твой дебил. А что, ты даже свинину не даешь? Я уже вилку вымазывать не буду. Кого? Вилку вымазывать не буду, у меня руки. Ты не такой трец? В смысле? От чего? Знаешь, может, ты говядина? Может, свинина такая розовая, она, наверное, пропечённая. Может, лучше говядину попробуешь? Ну, давай, попробуем. Я ее по краям пообрезала, они толстые, розовые. Нарезали. А это вроде как потолще. Не знаю, как сам. Там вспотел. Потеел. Маслал. Весло. Ой, я этот самый перчик разговариваю. Нам нужно делать уже культурные. А что тебе Вики рассказывала? Когда я ехала в Польшу, может, это вообще кошмар какой-то. А ты помнишь, как там чего-то не хватало, документов какого-то, мы тебе звонили? Что, куда с этим Иваном. То есть больше мы тебе звонили, какого-то документа не хватало. Через Украину еще звонили. Угу. Когда я ехала подавать документы, там чего-то не хватало. Да, и вы звонили тебе, и он говорил, что ты выслал на него. Ой, какие нервы были, ну его нафиг. Потом что-то там я должна была отправить в Киев, их не какой-то там Марьяне. А она не встретила, потому что там что-то не могло. В панике, назад на этот поезд, который назад пришел. Поезд, я не помню совершенно, забрала как-то этот момент. Ну, кажется, чуть-чуть не пропечатано. Надо тоньше резать. Да, ну вообще. Розовое зимо, да? Вон перчик, ты будешь? Ale, takže je to je. Děkuji.
Dobře, budete tím platit na motově nebo tak? Tak to, tak můžu poprosit, až půjdete na bank, že my tam nemáme signál. Jasně, děkujeme. Интересно, Надя живет еще? Да. Шкарованова. Но у меня есть на Фейсбуке, но... Да, она там, он на миллион. Смотри, они ровесники. Вот так же. Да? Ну сколько? С вашей... Перед лапкой умер, да? Да. Это минимум 10 лет. По-моему, в 11 году. Или еще раньше. Что-то где-то так, ну 10 лет. Ну, ему было 62 или 60, что-то такое. Ну, он-то сейчас... болел. Ну, сейчас 72. Ну, если все это, то... Как это? Лучше можно спросить. Она же станет ну, хозяйка. Да. Она же станет хозяйкой дома. Вернее, она и так хозяйка дома. Ну да, пока она там жить должна была там или как. Съел же, наверное, эти козерожки. Как же называется? Я тоже вспомнил. Я помню, как в Кауфлянде они стоят, когда там. Я помню, что бараньи, я что-то. Домой покупала, что какой-то рецепт я из них делала, но сейчас не помню какой. Ну какой-то рецепт я из них делала. Да что банку открыла, то есть весь рецепт. Костя. Положила мне в тарелку. Я тут начала думать, что будем приготовить, а он говорит, тебе же ты готовила. Свика разговаривает. Говорю, так, подпишись на моего мужа немедленно. Но надо 1000 подписчиков где-то брать. Ты еще как-то агитируешь, ты вообще бездействуешь. Я? Ну, а кто? Я хоть у лица работаю. Хоть у лица. Ты завлекаешь как-то? Если мы сидим продемонстрируем, как я работаю. Костя, не хам. Чего ты там? Да я тебе расскажу, как оно будет. Ну, ты говоришь, что ты готова. Слушай, идем? Как говорит Женя, чайка. Какая Женя чайка? Ну, что ты имеешь? Ну, Женя говорил на вас чайка. Женя не чайка. Женя Тесли говорил на вас чайка. Идем. Вот у Аделю лучше плачет. А кто плачет? Адель. Я динамик искал, еле нашел. Что? Я динамик искал там, еле нашел. Ну, он завернутый в бумажку. Ну, классно сделал, что его не видно. А еще и молодцы, чтоб такую же, да, чтобы она была. Да, стилизованная. Пошли.